Матч важный, значимый, и мы сейчас начнем его наблюдать, прослушав гимны Российской Федерации Республики Словакия. Господа, на молодежном сленге это называется троллинг 91 уровня. Ну, потому что гимн Советского Союза. Я не знаю, может быть, сейчас прозвучит гимн Российской Федерации. Но это момент, который будет обсуждаться и сегодня вечером, и завтра. И улыбка Сергея Конькова очень показательна. Хотя, честно признаюсь, лично мне очень понравилось гимн Советского Союза. Российской Федерации, дайте, пожалуйста, пленочку в студию.